Привет, я мой дорогой друг, любитель Vertex. Продолжаем прохождение на пределе. DLC. Ты скажешь, ну блин, ну что за DLC, блядь? На суше бои, блядь, не на море, блядь. Ну, вот, предыдущая серия закончилась. У нас напали мародеры. Я вот думаю, показать тебе все такие бои одинаковые. Смысла никакого нет. Единственное, только вот из-за нового класса посмотреть на диверсанта, разбойника мародеров. Это дезертира. У него демонстрация силы наносит 40-50% урона от ловкости два раза. Атакующая стойка накладывает хрупкость на всех врагов рядом с бойцом или целью на один раунд. Защитная стойка накладывает защиту на всех союзников рядом с бойцом или целью. А так, в принципе, ничего тут нового нет. Поэтому этот бой мы еще отыграем, а потом просто буду скипать. Больше тут ничего нового, в принципе. Ну и ловкости так у него неплохо. 208. 15 уровне. В принципе, неплохо. Танков у них нет. Они без лидера. Но есть бомбардиры. Поджигатели общественного порядка. Поэтому будем их выносить. Можно стукнуть, можно, в принципе, и отступить под бафт, хотя, в принципе. Угу, не угадал, так и знал, что так будет стрелять. Так и знал, что так будет стрелять. Хорошо, лучника не поджег, это уже неплохо. Так, давай прострел тогда.
Так, такой себе лут. Не важнецкий. Откуда они же выскочили из леса? Типа, да? Так, сейчас как раз выходные. Сегодня суббота. Я на выходных запишу несколько серий на неделю. И продолжим в таком же графике. Вторник, четверг, суббота, воскресенье по серии. Уже нет смысла никакого каждый день серии выпускать. Потому что YouTube их не особо продвигает. Пока мы с вами. Рекомендациями разберется. Так, все, этот остров, в принципе, зачищен. Знаем, что здесь есть деревня Венос. И, может быть, будет квест на нее. А здесь будет. Здесь был лагерь пиратов. Так что можем. Можем бы давай. На корабле тоже можем покушать. Так, против ветра, да, против ветра, похер нам. Так, еще какие-то острова. Клюет, возможно, крупная. Скат. Так, вижу новые земли. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелый пират. По-моему, нас спросил этот в первой серии DLC, когда мы проходили, по-моему, просил его туда привезти, какой-то NPC. Теперь мы знаем, где он. Ну, почти приплыли до края.
Да, тут, видимо, ничего нет. Ну, поедем вдоль края. Так, это я на разворот пошел. Не надо пока. Пока не надо. Еще тут смотрим. Так, пираты, давай, наверное, чтобы усталость не поймать. Корабль не загорится, блядь, костры они тут, блядь, жгут, блядь. Костры они, блядь, жгут, блядь. Опять перегруз, да как так, блядь? А, надо ждать этот. Угу. Так, давай тогда вокруг острова. А раз уж приплыли сюда. Так, слишком быстро, я не хочу так быстро плыть. Хочу тихонечко кайфануть. Так, плавник, металлическая пластина. Тут и причалить особо негде. В таком случае пока пляж не видел. Так, это какая-то лагуна. Ну, негде причалить. Остров вроде большой. А причалить-то негде. Это мы сейчас бы взяли NPC, привезли бы его сюда.
чтобы мы с ним делали. Я не вижу. Якорь не кидает на высадку. Вот какой-то пляж, но тут как бы никуда не ведет. Видно, там надо как-то заплывать в лагуну. Но она загорожена камнями. Вполне возможно, этот NPC нам бы дал бы какую-то подсказку. Ну, тогда будем знать, что да. Но он какой-то ход знает. Потайной. Там внутри, да, остров что-то есть. Где-то вот здесь, там будет что-то разрушить можно будет. Да, ближе подплывем. Так, что-то он другое. Ну окей, валим тогда отсюда. Валим тогда. Ветра будем опять. Может стоит на по часовой стрелке поехать, подняться наверх и вот так. Карта ветров. А можно отключить вообще, да, подсказку ветров.
Так, какие-то камни. Что там наш смотрящий не кричит? Про новые земли ничего. Вижу новые земли. Чел, блядь, и я уже вижу, блядь. Ты чутка, блядь, тормознул, блядь. Так, приваливаемся. А, теперь он делает эти, блядь, по 4 штуки. Ёпта, у нас аж 300 штук, блядь. А мы ни с кем не деремся. Так, ванна принята, мята пожевана. Вон стоит Свайхандер, сейчас пойду ему присуну, блядь. Не пойдешь ты никуда. Подойду. Предложу законный брак. А там уже отправимся к жрецу. Пора, блядь, вы чё? Тут, блядь, война. Путешествия морские. Они тут законный брак, блядь, ёбнулись, блядь. В море вышли, и все, и пошло, блядь. Испортились. Так, слишком быстро, не спешите. Что за лабиринт? Просто рыбалка. Или акулы. Вы обнаружили секрет. Так, чертеж. Кран. Когда нужно улучшить что-то покрупнее, шлюпки, без крана не обойтись. Веер. Благодаря белерийскому климату вееры снова в моде. Хотя проклятие Михры почти привело к их исчезновению. Безделушка просто. На продажу 8 золотых. Как мы будем выруливать? Пираты. Пираты! Мы с тобой такие разные. Как там этот голубой щенок, по-моему, да? Мультик. Я обожаю пирата. Так, опять перегруз. Ну, хотя тут как-то перегруз и не сказывается на скорости. Или сказывается, не знаю, но... Так, а сколько у нас? Да до хера, 40 килограмм. Надо где-то парковаться. Надо ехать, где-то склад искать. Что за защитные меры? Бонус. Враги не могут использовать вашу баллисту в бою. Выучить.
защитные меры. Нашу баллисту в бою враги не могут. Да надо было разрешить им. Так, давай с перегрузом. Чё, блин? Плывем же. Не стоим на месте. Так, давай, наверное, подниматься сюда. Давай, все-таки. Это хорошо путешествие, но у нас. Поднимемся немножечко наверх. Может, тут какой-то город. Принесите неудачное стихотворение Лохиси. Бубастик. Бомбастик. Идем на север тогда. Опа, смотри, можно спустить паруса. И что? А, и остановиться, да? Вот так тормозит корабль, да? Достать весла. Давай. Погребли. Можно вот так ходить до весла, понял? Тогда усталость накапливается. Весла убрать. Сушить паруса. Ваша репутация... Что? Я не успел прочитать. Вернись, вернись, вернись. Так, убрать паруса, убрать весла. Пошли рыбачить. Ну, видно, это какой-то ценный ресурс, блядь, раз по одной штучке. Это необычная рыба, блядь, чтобы хавать. Скат. Тысяча чертей. Идем на север. Вижу новые земли, брат, пират. Че ты хочешь? Типа напасть? Так. Еще какой-то остров. Остров Заулин. Смотри-ка, аренка. Арена. Заулин. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это мы пока плывем хорошо, у нас перегруза нет. Не, надо нам торговый пост. Какой-то, блядь, организовать. Либо распродаться, блядь. Поймать какой-нибудь караван, продать им нахуй рыбу. Сики не нужны, пираты. Остров Заулин. Так, давай вокруг острова. Какое-то здание. Не, нам нужен караван. Блин, караван, 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 сука. Сука, стой. 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 Лови.
Братишка, нам надо распродаться. Так, ты чем торгуешь? Пикай преследователя. Так, сардины, ну сардины нахер приоставим. Скаты это тоже все нужно. Вот это окунь, не знаю, окунь обычный выбросим. Похер, это что такое, лещ, леща тоже оставим. Маслины, лимоны по полкилограмма. Нихуя, еда, блядь, весит. Еда, братишка, весит. Так, ну ничего не остается, продаем вот эти вещи. Так, во-первых, вот так. Ну и погнали. В идеале, конечно, склад слежит, блядь, но до склада чувства не доедем. Так, и вот это, что у нас по грузу здесь? Здесь 16. Здесь 12. Не может, надо 13 уровень. На 13 уровне 12. Так, давай 3 килограмма грузоподъемности тебе закинем. Тогда забираю вот эту. Тут тоже такие, ну, по-моему, 0,1 было, сейчас 0,2 весит. Так, не покров, это что-то плечи ставим, стимулирующее покрытие ставим, 6 точно видимости мысли. В принципе, все нужное. Ладно, вот так, наверное, оставим. Йо-хоу! Так. Бандиты с баллистой. Пираты. Это пираты стандартные. Так, что мы имеем с тобой?
Первый пошел. Так, у нас до падения один ход. У нас до падения один ход. Райдер. Так, надо ли ему... Да надо, наверное. Чё, это... Так, ну и стоим, наверное, тут на следующий ход. Либо же не стоим, а забегаем. Как вариант. Тогда сброситься. Вот так. Не хочу. Делаем вот так. И вот так. Давай. Найс. Так, а я могу стрельнуть с баллисты? Интересно. Так можно этого сбросить? Сто семнадцать крита, блядь, слушай, блядь, нихуя он там, блядь. И на мне защита. А, у меня отражения нету. Ну, допустим, ладно. Давай место занимать, чтобы не стреляли. Так, лучники, кто не походил еще. Так, сюда сейчас приземлится. Хаммер, да?
А, райдер. Угу. Так, хорош. Давай тогда сюда. Чтоб тебя в спину не били. Спину не били, и подлядь получил, блядь, спину. Так, эти сейчас сюда на меда пойдут. Вот эти пойдут на райдера. Давай тогда сюда. И а так ты еще действия можешь делать, да? Нихуево ты пристроился. Неплохо ты пристроился, братишка. Шалом, православные. It's me, блядь.
Хотим ли мы их отпустить? У них остался один лучник, которого мы убить не можем. Придут подкрепа. Давай, давай подкрепа. Посмотрим, что там. Хотя можем убить лучника. Не, не можем. Встал не очень. Так, а ты давай тут подефаешь вот этих. На всякий случай. Опа. Это в смысле, пацаны, блядь? Это в смысле, блядь? Сука. Подкрепы так приходят? По-моему, выбегали они раньше из этого, блядь. На мой корабль, блядь. Так, ребят, надо внимать. Ребят, надо вынимать. А как их вынимать, если я не могу туда походить? Ты, бля, рофл такой? Я не могу сюда походить. Там борт. Есть человек, но надо убить за этот раунд. Так ты, кикбоксер ебаный, блядь. Угоди-ка ты нахуй. Ребята, я вас не могу достать. Это какая-то, блядь, шляпа. Так, остался один, два, три, четыре, пять, шесть. Мне нужен кто-то, кто добежит сюда до лучника.
Спехикапера. Цестус пирата. 60 ловкости. Такой сейчас только дают пыл. Без оружия. Шлемы что-то не выпадают с них. Ну ладно, нагрудники-то хорошо. Шлемы когда-нибудь тоже выпадут. А что у нас по прокачке? Что-то мне об этом... Эти мало опаются. Вот почему-то много. А, наверное, дрова рубил. Усиленно. 500. Что-то мало опыта, блядь. Мало опыта. Так, давай отдыхать тогда. И опять перегруз. Да что ж такое, блядь? А, мы здесь были. Не надо. Тут нам не надо, нам сюда. Обратно. Так, вот так я правильно смотрю. Давай. Новые земли на востоке. Так, какой-то порт. Верфь. Мы прибыли на какой-то остров крупных. Денисы. Ух ты, чертежи, сколько, смотри-ка. Одна трещина в корпусе, и вашему кораблю крышка. Наемники, никогда не экономьте на улучшениях и ремонте. Снаряды с оперением. Чтобы создать такое оперение, понадобится много птиц. Это для баллисты, видимо, да? Так, вода неправильно. Цианим уплотнитель. Учит вас. Учит вас создавать доска. Чтобы делать доски, нужен водонепроницаемый уплотнитель. Ага, берем. Берем. Доски. Ну, наверное, надо будет на ремонт. Конопляная мешковина. Водонепроницаемый уплотнитель. Конопля. Тоже берем. Металлическая пластина. Железная руда, уголь. Тоже берем. Кран. А. Так, учит вас ковать кран. Компоненты веревка, железная руда, уголь, смазка. Кузнец-новичок. Треугольный парус. Учит вас создать треугольный парус. Бонус. Скорость корабля повышается на 2 узла при боковом ветре. Плавники. Вот для чего плавники нужны. Для вот таких вот улучшений берем. Закругленный корпус. Учит вас создавать закругленный корпус. Бонус. Скорость корабля повышается на 1 узел при положительном эффекте ветра. Попутном еще на. Смола, доска, сырье, чешуя ящера. Тоже берем.
Так, теперь смотрим. Кто у нас может изучать это все дело? Так, допустим, кузница. Конопляная мешковина, доска, водонепроницаемый уплотнитель, угу. Доска. Так, а кто у нас делает водонепроницаемый уплотнитель? Алхимик. Так, треугольный парус. Конопляная мешковина нужна. Здесь нужны три доски. И даже не пришлось тратить чертеж. Так, хорошо. Хорошо, надо до города добраться. До алхимии. Так, Ширик, кто ты такой? Моя специальность — носовые фигуры. Недавно стража просила для меня изготовить в форме ящера. Не хочу хвастаться, но это было настоящее произведение искусств. Так, ну ты только пиздишь, ты ничего не делаешь, блин, да? Твоя специальность — пиздобол, блин. Контрабандисты. Корпус нашего корабля не выдержал холодных вод Алазара. Надо было вообще, не надо было вообще туда плыть. Так, заданий никаких. Алазар — мерзкое местечко. Кругом только лед и снег. Брррр, напоминает проклятие Михры. Все. Так. У нас что-то нападает. Ты кто, блядь? Архипелаг Дегарион. Этот пират известен тем, что похищает рыбаков и требует за них выкуп. Братишка, мы вроде бы не рыбаки. Синан, Капер. 15-й. Корсар, Флигустьер. Скиталец. Синан. Пока любимость нельзя оттолкнуть. Ух ты, слушай, у него кота. Абордажная сабля Капера.
Переход наносит 100% урона от силы и заставляет ее вступить в сражение. Если цель сражается с союзником, этому союзнику и бойцу дается плюс. Узоры на этом круглом щите не гравировка, они наложены в эфирском стиле. Защита в ближнем бою. Защита в ближнем бою. Каждый раз, когда боец вступает в сражение, ему дается пыл. Каждый раз, когда вступает... Ну это пока нас так, что этого пыла, блядь, по 10% уже. Лазарский щит там сразу, блядь. Сразу 500%, блядь. Вместо батлера стража, туда он, блядь, не... Нет ответного удара, но смысл туда, блядь. Даже не знаю. Так, это что такое? Шипы пирата. Эти съемные шипы вставляются в подошву ваших ботинок и оставляют дырки на палубе вашего корабля. Навык непоколебимость. Так, это сюда перенесли шипы пирата. А туда кинули крит урон. Ну, хорошо. Так, шлем. Крит удар. Крит урон. Галея капера. Доспехи капера. Что ты можешь? 190. Вступить в сражение. Дальше непоколебимость. Получаемый урон снижается на 10% каждый раз, когда накладывается пыл. Это его личная пассивка. Пока боец сражается, у него есть защита от шлема. Каждый раз, когда боец вступает в сражение, ему дается пыл. Вступает 10% доп. Урона, а тут... Защита ему дается за каждый пыл. Интересно. Интересненько. Интересный персонаж. Так, все, стоим.
Первый пошел. Так. Теперь мы пойдем. Так, на мечника. Хорош. На мечника. Мечника оставляем тут. Берса убираем. Берса убираем. Где у нас? Вот здесь одна. Здесь одна. Здесь одна. Не так-то много, в принципе. Берс. Берс может добежать, кстати. Откуда у него движение? Ага, нам же дал этот. Так, хорош. Погоди-ка. Тогда залетай сразу. Тогда залетай сразу, пока мы вот только. Во-первых, вот так. Сразу. Так, хрупкость. Оборона 80. В принципе, пару ударов выдержит. Пошел заряжать. Сейчас туда приземлимся. С этим ясно. Теперь что здесь нам понадобится? Нам здесь понадобится так, доблесть, ярость. Движение. А их не можно их использовать? Можно их, эти катапульты? Так, давай тогда на КП этого сразу. Да, вот так. Угу. Давай, до свидания. А вот и я. А вот и я. Если чё.
Так, они сейчас полезут либо на Берса, либо на... Так, вот эти скорее полезут на Берса. Давай так. Вот этот не ходил. Ну и хер с ним. Давай. А баллиста, значит, не по прямой стреляет. Как хочешь, можешь стрелять. Вон о чё. Так, ну его нахуй к краю подходить не надо. Не надо, стой тут. Не надо к краю подходить. Проверить на их на... можно их не пользоваться, можно.
Кажется, капитан теряет все здоровье. Его силы на исходе, но он не отказывается умирать, пока не сразится с вами в дуэли. А, это принудительно, блядь. Я думал, на выбор можно, блядь. Хорошо, ладно, ну. Вы можете вызвать капитана дуэль, атаковав его ближе в бою. В противном случае он бросит вам вызов во время своего хода. Ну, и? Ну, бросил вызов. Во время своего хода, да? Так, давай бросим вызов. Дуэль капитанов. Вражеский капитан объявляет свое следующее действие. Постарайтесь правильно понять его и выбрать соответствующий ответ. Если вы атакуете, когда соперник насмехается над вами, удар пойдет по нему. Если вы атакуете, когда... Насмехается. Значит, в насмешку надо бить. Если вы парируете, когда враг атакует, вы избежите удара. Значит, на атаку надо парировать. Если вы используете насмешку, а враг попытается парировать, вы получите преимущество. Преимущество позволяет вам попасть по врагу, если вы атакуете одновременно с ним, если вы успешно парируете его атаку. Крестики тут, да? Он атакует, и мы атакуем, когда у нас преимущество. Преимущество, когда он насмехается. А, наша насмешка на его парирование. Нельзя использовать одно действие два раза подряд.
два раза подряд. Показывать подсказки. Если вы атакуете, соперник насмехается над вами, попадет по нему. Если вы варьируете, когда враг атакует, вы избежите удара. Так, дай, умри. Атака, да? Атака, парирование, насмешка. Подождать. Если вы парируете, когда враг атакует. Хорошо, давай парировать. Преимущество. У этого бойца есть преимущество во время дуэли. Ну давай, мерзавец, это насмешка, да? Если вы атакуете, когда соперник насмехается над вами, удар попадет по нему. Так. Минус один. Проклятие. Проклятие. Это он защищается. Если вы атакуете, это не насмешка у него сейчас. Если не атака. Если вы используете насмешку, а враг пытается парировать. Проклятие. Враг пытается парировать. Наверное, да. Давай насмешку. Угу. Дай. А что ж тебе дать, блять, а? Что я тебе могу дать? Это он, значит, атакует, а мы парируем. Давай, мерзавец, насмешка. Умри, умри. Он опять атакует, да? Опять атакует. Он атакует, а мы парируем. Проклятие. Насмешка. Парируем. Нам терпит поражение незабываемой дуэли. Ваши соперники по летухам бегут, хотите отпустить их? Нет, хочу лут. Упрямство победителя. Так, что за упрямство? Все атаки этого бойца наносят критический удар. Все время или на один раунд, блядь? Слушай, так тогда есть смысл, бля, прям в начале раунда, блядь, ломиться на кэпа, блядь, да? И получать сразу процентный крит. 171 крит удар, ёб твою мать. 216, блядь. What the fuck? А, ну он один остался. Тут чё, блядь? Так, ну, конечно, такая себе дуэль, на самом деле, словесная, блядь. Да, если разобраться, блядь, в правилах, то, в принципе, не сложно. Ну, не знаю. Гвинт, блядь, ну, а чё, блядь, давай ещё гвинт сюда запихнем, блядь. Побои ещё были, давай гвинт, блядь. Чё потом ещё, блядь, оставим? Need for Speed будем тут, блядь, на фрерах летать, блядь. А лут он дал?
Создал свой щит. Щит пирата. Каждый раз, когда вступает в сражение. Да не, ну а Лазарский тут, блядь, однозначно, блядь, на Лазарский. Вместо вот этого. Ну а чё, ну один раз вступит, блядь, насмешкой. Или ударом. Выйдет. И может второй раз. Два. Может 20 получить процентов. 20 было может получить. 20 было, блядь. Ну а так топ атака там, блядь, 150 пылов. Не знаю, есть ли смысл, блядь. Галея пирата. Ну это обычная. Так, а что я смотрю, забираем. Чинимся. Давай на этом серию закончим, наверное. Я пока поищу город. Или на Спириорус дойду, распродамся. Или ты хочешь тоже посмотреть, как я поищу город? Нам сюда. Ну давай, давай-то объявим еще раз эту. Идем. Не, первые разы, конечно, интересно, блин. Пока не знаешь, а потом уже когда узнал. Уже чисто избей. Хотя они будут менять же стоп, блядь. Может же быть, блядь, всех одинаковые вопросы, ответы, блядь, просто понимать, что происходит. Так, Бубастис. Я вижу. Я вижу торговый пост. Теперь мне нужны обеспеченные партнеры, чтобы возвести здесь пост странствий. Интересует? Интересует. Присаживайтесь, полюбуйтесь, как споро орудуют наши плотники. Так, ну тут тоже все по стандарту, да? Ничего нового. Сундук. Палатка. Есть сундук. Отправиться в путь. Да, можно на сушу. Можно. Только как потом сюда вернуться? Дороги-то нет. А, я тут нахожусь, поэтому серая. Ну да, должно быть, как-то можно быть. Скорее всего. Так, хорошо. Хорошо. Поговорите с поклонником в таверне Бубастиса, а это... Принесите неудачное стихотворение. Чего, блядь? О, Лахиса, твою красоту не превзойти, твой голос... Согревает мое сердце, словно лучи солнца. Твой смех подобен крику чайки над морем. Лахиса, помилуй мою душу и выйди за меня замуж. Откуда она взялась, кстати? Так, ладно, ладненько. Давай на этом серию будем заканчивать. Я уже тогда в следующей серии... Что по опыту? 560 было. Ну, по сотке дают. В принципе, нам спешить особо прокачиваться некуда.
пока все на одном уровне. Все. Спасибо тебе за лайк, за подписку. И увидимся в следующей серии. Пока и удачи.